В рамках социального раунда «Маленький пассажир. Большая ответственность» сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели беседу с персоналом и посетителями страховой компании. Автомобилистам напомнили о важности использования детских удерживающих устройств, их правильном подборе по росту и возрасту, а затем наглядно продемонстрировали, каким образом должен быть пристегнут юный пассажир при одновременном использовании автокресла и штатного ремня безопасности.